Работникам Либерецкого завода сельскохозяйственного машиностроения надолго запомнится этот день. К ним для подписания контракта о поставках комбайнов для уборки сахарного тростника приехали члены торговой делегации Кубы. Гости познакомились с новыми образцами уборочных машин. 450 комбайнов направят на Кубу в 1965 году либерецкие машиностроители. Контракт об этих поставках подписан непосредственно на заводе. В цехе, где собирают комбайны для Кубы, состоялся митинг советско-кубинской дружбы. Посол Республики Куба в Советском Союзе Карлос Оливарес Санчес выразил благодарность работникам завода за машины для сельского хозяйства Кубы.